воды, пожалуйста, тоже. Мне тоже воду. Два кваса и две воды, да? Да. Хорошо. Светлана, хозяйка, очень гостеприимная у нас. Спасибо огромное. Спасибо большое. Такой вот зал. Очень интересный. Так оформлены столы. Очень чистенько, очень. Большой телевизор, тут вот девочки готовят на мероприятие. Да, очень красиво. Очень красиво. Мы очень довольны. Пришли и вот хотим здесь покушать. Здесь вот разные вкуснятины. Эггплант салат. Цены хочу вам показать, чтобы вы знали. Тут морковка, здесь кэббидж салат, это капустный салат, это, наверное, оливье, винегрет и соусы. Тут вкусненькое сладкое, у них испеченные чебуречки, все другое. Все салаты 9,50, 1 паунд. 9,50, 1 паунд. Очень интересно. Здесь находятся напитки. А, Светлана, какова цена напитков? Не вижу. $1.20 напитки. Разные кола, спрайт, Аризона гринси, водичка. Все холодненькое. Все холодненькое. Так, и здесь у них есть меню. Вот такое меню. Тоже все расписано, и цены, и все. Ребята, приезжайте. 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 Очень-очень хорошие. Здесь место. Меня дочь привезла, и вот я, так сказать, очень возбуждена этим. Сейчас я вам покажу примерно здание, чтобы вы могли ориентироваться. Вот этот ресторан, даже по-русски написано, ресторан. Видите? Работает он с вторника по субботу, с часу до 8. Воскресенье закрыт. Вот такой ресторанчик. Здесь есть на улице, можно посидеть. Вот. Так. Пожалуйста. Приезжайте и будете довольны. С вами была Наталья, хозяйка ресторана Светлана. Очень приятная женщина и хозяйка. Пока-пока!